made for live betting. Третий сезон LotBet CS вот-вот начнется. С вами студия UCC, у микрофонов Тол и Киберфокус. Ну и до начала третьего сезона нужно провести все закрытые квалификации. Ну вот сейчас будет играть Youngsters против коллектива SJ Gaming. Поляки против финнов. Матч достаточно интересный в плане того, какие команды столкнулись, потому что у нас Youngsters являются аутсайдером в любом матче, в котором они участвуют практически. В свою очередь SJ Gaming набирают обороты с ходом времени. Ну, SJ в последнее время не очень уверенно смотрится, а что касается команды Паши Бицепса, вообще ни одного официального матча они пока не выиграли, и сейчас есть какие-то замены, опять же, скорее всего, это микс, который будет пробовать пройти квалификации, и не знаю, чем это закончится. На 100% был уверен, что увидим сегодня Мираж, потому что, ну, Мираж никто не банит. В первой стадии Youngsters его всегда пикают, как свою самую комфортную карту, но SJ решили убрать Демираж, пикнуть, понятное дело, свой наикомфортнейший трейн, Оверпас будет у нас от Youngsters. Как по мне, выбор, возможно, не самый лучший. Тот же Даст, мне кажется, интересно бы смотрелся. Но они просто выбрали самую слабую команду, самую слабую карту команды SJ Gaming. Ну, и их можно понять. Ну да, ну посмотрим сейчас, как будет. А, это уже даже пистолетный раунд без ножевых. И давай смотреть, занятие перемычки тройкой. И вроде как услышал сейчас, как спрыгнули игроки команды Youngsters перемычку. Садик сдает инфу, и, наверное, нужно уже сдалека вдвоем сыграть под точкой Б. SJ они так и делают, и есть поджим от Арвида в миде. Но здесь есть Джейн, который сейчас перестреляет. Нет, Арвид все-таки оказался сильнее. Да, тут немножечко не зашло. И очень важный фраг дал Арвид. Он теперь более-менее понимает, что происходит. Возможно, тиммейту лучше смещаться ближе к зигзагу. Вот теперь точная информация о джампе поступает, что на точку Б высыпается три игрока. Он видел всех трех. Паша Бицепс падает далее. Молодые его тиммейты должны как-то разменять. Но Садик забирает уже двоих. И Акалишес только чуть позже отвечает. Правда, сам падает моментально от Харона. Последним остается Тесик. У него есть молотов, но бомба-то не стоит. И куда бы он ни шел, как бы он ни крутился, суть раунда в том, чтобы поставить бомбу и не дать ее разминировать сопернику. А сделать это 1-3 уже будет слишком сложно. Это да. Но пока что SJ все-таки взяли пистолетный раунд и смотрится довольно-таки уверенно на карте Детрейн. Вот Киберфокус, что это их пик. Ты вот уже сказал, что Youngsters скорее как микс, и я на 100% с тобой согласен. И вот как ты думаешь, насколько миксу нужно опережать соперника в плане стрельбы, чтобы была возможность потащить в best of 3 матч? Тут все зависит от самих Youngsters. Если у них хорошая моральная составляющая сейчас, если есть какие-то интересные идеи, то они могут выиграть на своем пике. Здесь же на трейне вряд ли у них есть какие-либо шансы. Но опять же, если включится очень жестко тот же Паша Бицепс АВП, то, возможно, мы увидим какую-то напряженную игру. Посмотрим. До АВП еще далеко. Пока Youngsters сэкономят, в следующем раунде Авика, естественно, не будет. Ну, зависит, конечно, от того, что они смогут в этом раунде сделать. Но пока не потеряли троих. Садикс, блестящая приемка. Джампи также успевает забрать Акалишеса. Но бомбу, возможно, успеет поставить. Не успевает Арвид ворваться. Бомба установлена. План минимум выполнен. И Паша Бицепс обзавелся небольшим количеством денег, но вот все же положение, возможно, не самое приятное. В этом раунде забрали только Садикса, который более чем окупил свой потерянный UMP. Ну и так был бы бай у Youngsters, несмотря на то, что поставят они бомбу или нет. Только АВП Татсон может сам себе купить, либо дать Паше Бицепсу. Да, он даст. Или? Ну, он иногда сам играет. Он не дает он Паше Бицепсу АВП, говорит, ты уже... В защите я бы 100% сказал, что нужно отдавать авик Паше. А вот в атаке... Татсон говорит, ты уже слишком стар, понимаешь? Дай мне.
Я все сделаю. Ну, посмотрим, как Татсон будет реализовывать свою снайперскую винтовку. По гранатам все хорошо, не считая снайпера тоже у Youngsters. И Татсон отправляется на мид с АВП, занятие перемычкой от ТЦК. И Татсон не попал, к сожалению, первым шотом. Сразу же ХЕ под ноги. Воу! А вот это было очень хорошо. Это было очень нечестно. Через стену просто Арвиду прям в голову. Да, интересно, тут Татсон отыграл, несмотря на то, что остался... Теперь уже красным, 26 хп, там и Калиша немного подгорел, залетает смоук, флешка, Татсон в абсолютном блайнде отступает. Вот там, кстати говоря, на краю смока он может увидеть чьи-то ноги, он успевает забрать джампи. Это абсолютное большинство для команды Youngsters. Татсон горит на 20 хп, успевает уйти из огня. И это отличное начало Татсона в этом раунде и вообще от команды Youngsters. Ну, странно, что ребята из команды SJ Gaming... После этого начали дальше агрессивно играть на медле против снайпера. Так там лежал смок, и они, видимо, подумали, что смок хороший, а смок был очень нехороший. Ну окей. ТЦК разбирается с Алексом, пошел выход на точку с плитом от Youngsters. Минус Ксарта, минус Харон. Первый раунд за атакой. Причем очень хороший раунд, потеряли только ТЦК. И в данной ситуации... Но Youngsters ничего особо не делали. Они решили сыграть по дефолту. Татсон нашел два фрага важнейших. И после этого вышли с плитом на точку. Это-то понятно. Суть в том, что сейчас... То есть в прошлом раунде у SJ Gaming не было прям шикарного бая. У них один был с MP9, второй был со скаутом. В этом раунде у них вновь нет шикарного бая. 3М-ки, пистолет и ФАМАС. Youngsters могут и этот раунд потащить. Дальше следующим достанется бесплатно. Они уже возьмут 3 в атаке. То есть это уже, знаешь, заявочка такая. Тем более, что выключают одного опорника под Б. Хорошая позиция от джампи. Может сработать на несколько фрагов. 100% сработает, потому что никого нету и никто его не чекает. Но джампи не попадает вообще зажимом. И это, да, конечно, провал. Арвид пытается исправить ситуацию. Он здесь Татсон на дальнем расстоянии с АВП в хорошей позиции. И выбить такое практически нереально. Нужно к Сарта и Харону отправляться на сейв. То ли перенервничал, то ли еще что... Ну, не зашел спрей по первому, он думал, что уже добивает его, перевез на второго, в итоге вообще никого не убил. Досадный момент, я думаю, Джампи больше раздосадован, чем кто-либо из вас, друзья. Джампи действительно очень грамотный игрок, очень жесткий, но в этом микромоменте не все пошло хорошо. Да уж, ну, возможно, еще не разыгрались раннее время, опять же. И... Ну как раннее, для киберспортсменов это раннее, да, время. Да, определенно. Любой матч, вот... Середины дня, в обед начинающийся, он немножечко может выбить из равновесия. 2-2 счет, два игрока выживают у обеих команд также в прошлом раунде. И сейчас должны экономить SJ, но уже $300 успел потратить Сарте. 500 также тратит Харон. Ну вот у Харона-то остается 200, а нет, уже не 200, уже 1300. И довольно мало денег остается на трех игроках команды SJ Gaming. Так, есть флешки, есть смог. Татсон не увидел занимающего верхний Сарвид. Ой-ой-ой, по таймингу. Увидел, нет, Харон подключается очень вовремя. Здесь Паша Бицев с между Цециком выходят на точку. Есть размены, но дальше тяжело против АК-47 на дальнем расстоянии некоторым игрокам. Харон еще минус. На синюю сможет ли перестрелять? 15 хп, нужна хелпа от Садикса срочно. Но того только юз. Ох, Молик прилетел Харон, он отступает в угол, всего 15 хп, и выйти-то из угла сложно, потому что его здесь контролят. Тесик просто сжимает соперника, в этот момент тиммейт может за него. Ох, Харон, уже четвертый минус в этом раунде, но очень сложно будет против фуллового Калишаса играть. Правда, бомба лежит, и Харон вот-вот ее найдет. Но как он отыграет против нее? Какую позицию он займет? Потому что Калишас его обходит. Ну, скорее всего, Калишус без особых проблем заберет этот раунд. Ему достаточно попасть один патрон, услышал Харона. И Калишус здесь уже все очень грамотно должен сделать. Да. Найс трай, Харон квадрокилл в такой непростой ситуации. Это очень сильно. И тот момент, что у него осталось там 1300, он вообще сейчас не важен, потому что 4 минуса все-таки это огромное количество денег. Ну и Жейн пока вообще без фрагов на карте. Но, тем не менее, Youngsters впереди. Снова бай у SJ, и не сказать, что он хороший. АВП нету, один фамас, по гранатам все не очень хорошо. И Youngsters, судя по всему, собрались выходить очень быстро на зелень. Паша Бицеп занимает Олафа, Молотов за зеленый. Прокидывает максимально флешек, байтит на себя внимание. Пошел выход по зелени. Харон на зеленом увидел сейчас Пашу Бицепса, дал информацию. Ксарта начинает зажим смоки, забирает первого, может еще второго. Попадает еще и второму.
Да, там... Ах, думал я, что Джампи сможет доконтролить, но это сделает Арвид после смерти Джампи. Паша Бицепс, по нему тоже была информация, поэтому эту позицию тоже выцеливают игроки финского коллектива. Садикс дает минус, но Калишис успел забрать его тиммейта. В итоге 1-2 остался Паша Бицепс. Бомба лежит, но времени предостаточно. И крайне опытный Ярослав может сейчас найти лазейку в обороне команды SG Gaming. Так, ну, Паша Бицепс пока не спешит. Ждет ошибки от оппонентов. И, по идее, должен догадываться, что в зиге должен быть какой-то игрок. Ксарт начинает продвигаться тут по линиям. И открытие, минус Адикс. 1-1. Увидел вроде как Ксарта. Да, он увидел и в том числе слышал. Ксарта уходит. Он под Б или делает вид? Он уходит под Б. Ксарта думает, что соперник делает вид, что уходит под Б. Тут на самом деле такой майнд геймс, что просто коинфлип, делаем ставки. Ну... Паша Бицепс, старая гвардия, зачем ему бронефейкуют? Да, да. И слышит, слышит. Ой, отлично, все, разыграно. Янгстерс, четвертый раунд в атаке за ними. Тут просто Паша Бицепс переиграл двух игроков, одного перестрелял в том числе. И четвертый подряд для Янгстерс. Друзья, я же вам напомню, что у нас в группе ВК самые интересные новости киберспорта, постоянные опросы, конкурсы и много всего интересного. Так что обязательно вступайте в группу UCC, баннер под трансляцией, там же можно оставить свой отзыв. Я вот сейчас хочу заметить одну важную вещь. Экономически у SG, у Джампи было 2900. Если бы он ничего себе не купил, то в следующем мог бы позволить себе АВП. И вопрос только в том, дадут ли ему кто-то из тиммейтов АВИК сейчас в следующем раунде, либо все-таки снова будут играть без снайперской винтовки. Хотя для Джампи она очень важна в защите. Так ему в любом случае хватит. Сейчас уже максимальный лотстрик будет после этого раунда. А, ну, если так. Ну, опять же, там, по гранатам ну, не все хорошо. Ну, это да, это да. Я каждый раз вот... Ну, я вот еще до этого подмечал, что мало денег оставляют частенько себе SG Gaming, что иногда вызывает вопросы, но, с другой стороны, это четко намеченный их путь, и он определенно основан на каких-то статистических выжимках и просто стиле, возможно, команды. Так, проход на А-точку. Джампи в зиге начинает клоповать. Здесь Ксарта, здесь Джампи. А это уже 2 в 2, можно выиграть раунд. А тут еще и Ксарта хедшот по Джейну ставит. А Калишус последний, бомба упала. Джампи уходит на линии. И Ксарта максимально живет. Ждет своего тиммейта. А Калишус пойдет лежать сейчас за зеленый. Это большой вопрос, увидит Джампи или нет. Ой-ой-ой, спиной поворачивается к сопернику. Тапами Джампи. И в итоге дорабатывает в тело. Вот так вот экономически берут. Жестко. Не ожидал от слова совсем. Вообще не ожидал. Ну, тут на самом деле где-то, наверное, поторопились Янгстерс, потому что высыпались они и, по сути, играли по одному, не успевая разменять друг друга. Они вроде вышли на мида, но так долго проходили на плент, очень долго там что-то на синий прыгали, то есть невнятно вышли и за это, конечно, их наказали. Но SG Gaming молодцы. Опять же, не знали, какие позиции смотреть в некоторых моментах. Ну и вот выжидает Седикс выхода на перемычку. Забрал Тесака. Ну и ХАЕ полетел. Вообще вот у Паши осталось 800 долларов, у тиммейтов там по 2000. Интересно, такой бай вышел тоже от Янгстерс. Только что обсуждали, какие траты у SG проходят время от времени. Седикс отходит, урон попутно наносит, но не стал возвращаться наверх, понимая, что там его будут уже контролировать и ждать. Смещается на более дальнюю дистанцию. Паша бицепс на зелени. Выпад пошел к Сарте. Погибает. Паша успевает забрать соперника. Ну и продолжает кошмарить зелень. А соперник ничего не может с этим поделать. Так, Паша Бицепс проходит по линиям. Может быть, еще здесь найдет Арвида. Ой-ой-ой. Харон. Есть размен. Ситуация 3 в 3. Дальше бомба вверх-низе. И вопрос только в том, пойдут ли все-таки Янгстерс под точку А. Сместились под Б. Там только один. Опять же, Седикс. Седикс дает информацию. Нужно было жить, но подставляется. Это, конечно, преимущество для Янгстерс. Сейчас можно занять хорошие позиции. Как Джампи выходить из зиги, непонятно. Должен сейчас заметить, не попадает тоже. Ну и все, последний у нас Арвид. Справился с Джейном. Понимаю, что где-то справа игроки. Их тут даже двое. И тут, конечно, справиться нереально. Уже минимум в атаке 5 забрали Янгстерс. Причем, что это пик SG Gaming. Действительно сильно. И поляки ответили экономическим на экономический, взяв его, так же, как и их соперник. Это возможно, мы увидим первое, сенсация. Да, первое BO3, наконец, Янгстерс смогут выиграть, потому что пока что официальные матчи для них не идут очень хорошо, и результата нет.
Быстро высыпаются тем временем на точку А. Очень быстро, на самом деле, команда играет. Каждый раунд начинается где-то вот, ну, прям со самого старта. Кто-то врывается в какие-то места. Уже есть два фрага от команды Youngsters, только один в ответ от Харона. Ну, и Арвида также заметили, забрали. Последним остался Седикс, он сейчас под точкой Б. Ну, когда я вижу такую игру, я могу сказать, что Youngsters точно сейчас на морали играют. И у них там сумбур в тимспике. И... я уверен, есть куча предложений, как все-таки сейчас можно сыграть. И они не придумывают всяких велосипедов, там, до 20 секунд, давайте это сделаем. У них просто есть какой-то план по респауну, и они идут и делают то, что умеют. И каждый раунд начинается с Пашиного. Окей, мой френд. Да, ну и Татсон забирает последнего Седикса. 6-3 и абсолютная в данный момент доминация от команды Youngsters в атаке на пике соперника. Друзья, я же вам напомню, что промокод LEAGUE на сайте Lootbet дарует вам до 100 евро на ваш депозит бонусом. Так что обязательно заходите туда, баннер под трансляцией, пользуйтесь этой уникальной возможностью. Потому что раньше было 100, сейчас уже 200, то ли еще будет. Да. Скоро до 1000 так можно дойти. Ну, 1000 это ультра много, но $200, так-то задуматься, это где-то, наверное, это целая зарплата некоторых из нас. Да. Россиян. Ну и в этот раз Youngsters решили сыграть поаккуратнее. Тройкой на зелени, заняли перемычку, что немаловажно, Арвид вверх-низе. Есть АВП у Джампи, есть АВП у Ксарты, по гранатам уже не так все хорошо по... начало этого раунда. Ох. Ой, тайминги это какие на зелени Ксарта неудачно. Еще тушится, сразу же смог. Начался проход. Паша бицепс на плюс В выходит на плей сейчас. Должен забирать Джампи. Джампи справляется. Ксарты тоже дает фраг, потому что там смог был не самый удачный, но есть размен. Пока разменов мало. Тесок на 6 хп, они 2 в 3. По сути, это Акалишес должен выполнять львиную долю работы, а он находится сейчас в миде, и выходя будет очень сложно как-то, ну, тех же снайперов перестреливать, того же снайпера Ксарта. В общем, тут пока сложно представить, на каких условиях Youngsters смогут этот раунд брать. Времени не так уж и много. Тесок сейчас под Б. Постарается, конечно, забрать Седикса. Если сможет, то это будет отличная возможность для его тиммейта выиграть раунд. Тесок уже проходит достаточно глубоко. И Седикс может его просто не заметить. Тесок вот-вот заметит Седикса, который играет сейчас за плантом. Тесок уже очень-очень глубоко внедрился. И если... А, его тиммейт перетягивается под Б. Это интересно. 25 секунд. Здравствуйте, я Тецик. Я захожу в спину. Фильм ужасов сейчас. Тецик сейчас говорит, живи, живи, брат. А я потерял его делся? Из виду. А где он делся? Ага, все, понял. Пока. До свидания. Можно занять упорную позицию. При этом Харон начинает с КТ двигаться. Понимает, где примерно находится Тецик. Тецик еще ставит хэдшот. У него всего 6 хп было. Иксарты один. Вот так вот берутся раунды. Что это за игра такая? Два взятых эко. Сейчас раунд 2 в 3, в котором Тесек с 6 хп уже двоих похоронил. Ксарты без китов идет на ретейк с ВП. Да, Тесек, браво. В любом случае, даже если сейчас каким-то чудом Ксарты потащит такой раунд, что маловероятно. Тесек еще и квадро сейчас мог дать. Ну, и Тесек знает, что соперник уходит на сейв. И он пойдет его искать. Ксарта слышал предложение Тесека, выцеливает именно это направление. Ну, по крайней мере, подозревает, что отсюда выйдет. Вот-вот соперник сам закрывается на девятке. Ну и седьмой для Youngsters. Это пока феноменально. Тесек. Его почти сфотографировали. Да. 7-3. Я же, кстати говоря, напомню вам, друзья, что вы можете писать к нам на трансляцию и попадать прямо в эфир на экраны многих-многих зрителей, используя хэштег UCC. Таким образом и мы будем видеть ваши сообщения, таким образом можем с вами общаться. Да, можете задавать интересные вопросы. Или неинтересные. Или неинтересные, или передавать приветы, может, кому-то тоже. Так, ну и Паша Бицепс пытается middle... пикнуть, но никого не заметил. Отошли сразу же обратно. И занятие перемычки снова от Youngsters. Мне нравится, что они не забывают про Б-точку. Потому что всегда игрок SJ один будет чекать ее. И тем самым оставаться одним под Б. Интересно, вот разница в том, как Татсон пикает мидл и Паша бицепс. То есть Паша играл более открыто. Он прям высунулся, посмотрел на электрик и ну, так далее. Паша на опыте. Ну, Паша на опыте один клатч потащил прям подчистую. Тут вообще вопросов нет к тому, насколько его опыт в данном матчапе может быть выгоден команде Youngsters. Ну, пока для меня номер один это Тецик, который очень крутой раунд затащил. Это да. Но тут выход нас ожидает на точку Б. Все в пятером, Youngsters через низ. Вот такой вот простой раунд решили разыграть. Ну и бедняга Седикс
Тут одного забрал, второго мог забрать, конечно, немного не пошел пытаться, но тут фуловый в итоге остается. Пытается Джампи на дистанции чью-то голову снести, но пока не удается даже попасть в тело. Тиммейты подойдут, не самый успешный молик здесь полетел от Татсона, но ничего страшного. В любом случае на удержании бомбы должны хорошо сыграть Youngsters. Так, Джампи на верхнем, с диглом на Ксарта по большей степени надежду своего ВП. Посмотри, четвером через верхние Джей пытаются сделать ретейк. Татсон решил просто зажать, у него отлично все получилось. И восьмой раунд за Youngsters на слабой стороне. 8 раундов, отличный уже результат. И не будем забывать, что это пик команды SJ Gaming. И что Youngsters здесь явный аутсайдер. По прикидкам букмекеров, по голосованию на том же HLTV, по нашим с тобой мнениям тоже. Вот ты начал с того, что на трене мало шансов у команды Youngsters. Я абсолютно с тобой был согласен, но... Но мы видим, что сейчас счет 8-3 и серьезные проблемы для SJ Gaming. Так, Джампи пошел в агрессию на медле. Может, сейчас найдет опенфраг по Паше бицепсу. Паша как раз в эту сторону смотрит, но Джампи... Ой-ой-ой-ой. Хорошая работа. Ну вот это тот Джампи, к которому мы привыкли, который очень быстро умеет ориентироваться в крайне сложных ситуациях. В итоге забрал Тесака и Пашу бицепса. А если заберет еще и Татсона, то можно будет выключить, получается, главное мощное звено команды Youngsters. Тут Татсон сам открывается под Б, Джампи забирает Джейна и остается только Калишес. Бомба далеко, он 1 в 5. Тут любые его действия будут, в принципе, оправданы. Да, и бомба очень далеко, поэтому... Слишком трудно здесь будет Акалишиусу, но при этом остается пока под нижним, не спешит уходить за бомбой, будет выходить в смог. Ну, слишком легкий фраг должен был быть для Седикса, но что-то пошло не так. Харом в итоге доработал там. Седикс, возможно, сам немножечко не ожидал таких действий соперника в этом дому. Ну вот счет 8-4, это уже очень, на самом деле, тревожно. Я как-то к другому матчу немножечко готовился. Топит за Youngsters. Да, это, наверное, да не наверное, это 100% круто, когда вот так вот благодаря каким-то отдельным персоналиям у команды появляются фанаты. При том, что Youngsters не показывают особо результатов, все равно за них люди болеют. Ну да, Паша Бицепс заслуживает уважения, многие его любят в киберспорте, поэтому почему бы за него и не поболеть в этом матче? Определенно. И защита продолжает играть в 2 ВП. Ксарта и Джампи. На таковых Ксарта в очередной разделе контроля. Джампи, агрессия. Вот тут его уже не отпустят. Промах в блайнде. Ну и дальше просто не успел отойти. Так, Ксарта смотрит Олаф. Там как раз есть 2 игрока на зелени. Словит ли он на этот раз тайминг? Потому что в прошлый раз было не все удачно у Ксарта с АВП. И так, ХЕшка, ну, не попала. Не попала вообще никак. Еще есть целая минута на принятие решения у Youngsters. И оставили одного по итогу игрока под точкой Б. Финны сейчас смог направо. Так, проход к Харону. Харон, хедшот первый, второй. Ксарта забирает. Ну и уже в большинстве финны. Пошел выход под точку Б. Садикс его отдавал. Начинает чекать Акалишу с верхнего. Тецик проходит под нижний в упор. И сейчас могут быть снова проблемы для SJ. Садикс погибает. Как же плохо все под точкой Б у команды SJ Gaming. На очередной раз сюда проходят Youngsters как к себе домой. Минус Арвит, и это уже комфортное положение для Youngsters. В итоге Харон остался один, по нему есть железобетонная информация. Отработать просто против позиции на тормозах, и все. Ситуация была 4 в 3, я напомню. И Седикс был на линиях с М-кой на дальнем расстоянии на момент выхода команды Youngsters на точку Б. Не знаю, насколько это оправданное решение, когда нет информации по бомбе. И ты в итоге отдаешь вот настолько сильно плент. Редкий момент в матче, когда аутсайдер на вот таком душевном подъеме индивидуально все летит и все получается. И, ну, не придумывают парни велосипед, играют достаточно простые, но рабочие раунды. При этом просто не идет у SJ, часто принимаются не самые верные решения. И вот результат матча. Первая половина заканчивается абсолютной доминацией от Youngsters, как бы дальше все не пошло. То есть такие матчи происходят не так часто в CSGO. И вот сейчас довольно какое-то странное ощущение я испытываю при просмотре этого матча. На плюс морали это называется, сейчас играют Youngsters. И при этом у них все довольно-таки хорошо получается. Да уж.
Может, это новый состав Virtus Pro скоро? Рано судить, но есть энтрифраг от Джейна. Правда, тут же есть ответ от Ксарты. Гарри Тарвит, он спалил свое местоположение. Сюда сейчас могут прилететь еще пара гранат. И с ним будут прощаться. Молик прилетает. Арвит его тушит. 40 хп. А там он понимает, что его будут уже встречать на мейне. Паша Битс успевает забрать джампи на дистанции. И втроем остается СД. Напоминаю, Арвит битый. Всего 40 хп у него. Так, Паша Битс в медле. Два под верх-низом. И Паша Битс еще флешку сейчас накинет. Падает у нас Арвит. Дальше Ксарте. Но это должен быть размен. Должен быть 100% размен. Надежда на Харона, который из Зиги выходит. Паша Битсов промахивается. Но бомба вообще будет выходить с зелени. Но со второго раза Паша Битсов справляется. 10-4. Тотальная доминация Youngsters. На слабой стороне, на пике соперника. Я приятно удивлен. Команда Youngsters. Да, но я неприятно удивлен командой SJ. Да. Тоже есть в этом логика. И бай сейчас не очень хороший, опять же, для SJ Gaming. Да уж. МП-9, пара фамасов, скаут, конечно, не располагает к победе в раунде. Там Садикс со скаутом солирует под точкой Б, куда уже высыпаются игроки атаки. Садикс, бедняга, в очередной раз оказывается в крайне неприятном положении. Его уничтожают. И вот каждый раз под точкой Б Садиксу просто приходится справляться с волной игроков. 4-5 на него высыпаются, он один. Ничего не может с ними поделать. И вот он результат. 10-4 и, скорее всего, 11-4. Потому что ретейк крайне непростой. Все позиции ключевые уже заняты Youngsters. Отстрел ведется по всем фронтам. Есть, конечно, размен от Сарта, но теперь его могут принимать толпой, а могут просто пропускать. Выходите на здоровье. Мы будем расстреливать вас уже на подходах к точке. Минус Харон, минус Ксарте. Последним остался Арвит с одной флешкой, без китов. И он успел забрать, конечно, Акалишиса, но теперь все силы сосредоточены именно в этом направлении. Арвида должно будет хоронить в ближайшее время. Да, Арвид тут уже никак не успевает. Это однозначно 11 раунд в атаке за командой Youngsters. И я думаю, 5 раундов в защите набрать не составит труда. Как ты считаешь? Ну, вообще, да, но что с SJ? Не знаю, не проснулись. Я не знаю, как это по-другому назвать. Действительно, я был уверен в том, что они должны забрать легко свой пик. Ну, им нужно буквально минутку передохнуть. Нам с вами, друзья, тоже немножечко отойти от произошедшего. Небольшой ролик, и мы к вам вернемся. For live betting. Одиннадцать-четыре. Кто-нибудь вообще в мире ожидал такой счет на первой половине? За слабую сторону от Youngsters на пике соперника, наверное, на лучшей карте команды SJ Gaming. По крайней мере, на карте, на которой они готовы были обыграть многие тир-2 коллективы, ну вот прям как пить дать. Я считаю, что сейчас очень многие удивлены результатом первой половины, но будем надеяться на лучшее. Хотя бы увидим какую-то борьбу, может, на первой карте, потому что 11-4 пока что все выглядит в одну калитку. Да, дальше защита. И именно в защите у Youngsters, ну, по идее, на любой карте должно быть меньше проблем, нежели в атаке. За счет того, что хорошие игроки есть, есть опытный лидер. И, опять же, парни не пытаются выдумывать что-то там прямо из ряда вон. Нет, они просто играют по старым добрым лекалам. По такой польский трейн, стандартный, рабочий. Так, занятие Б точки. Ну, не спешат пока что SJ. И есть смок, есть молотов, который Арвид должен прокинуть. Но его сразу же не кидали. Только сейчас полетел молотов Зик. А здесь Акалишу с верхнего. Отличные два хедшота. Бомба будет установлена. Ксарты проходит под упорную позицию. Увидят ли Акалишу. Акалишус был сейчас на релоуде. Еще и Тацана можно забрать. Ксарта. Отличная работа. Здесь верхний наконец-то включается. Паша Бицепс не забирает Харона в ухо. Но здесь Тецек со спины без особых проблем забирает Харона. И все-таки все равно 12-й раунд идет команде Youngsters. И даже то, что Смок не закрывал обзор игроку на Зиге, вообще никак не помешал. То есть погибли-то только парни, которые сверху выходили от Акалишаса. Но вот все равно раунд остался Youngsters. Тут опять же просто по стрельбе Youngsters оказались сильнее. Ладно, друзья, я вам напомню, что
на Лутбете есть еженедельный ладдер, который дает вам скины каждую как раз таки неделю. Если вы будете одним из лучших в этом ладдере в плане набора ММР, то, конечно же, наиболее крутые скины вы и заберете. Так что не упускайте такую шикарную возможность. И тем временем SJ Gaming две флешки есть, даже три на команду. И можно с этим что-то интересное придумать. Флешка одна на мидл полетела, но Джейна она особо не зафлешила. А вот Эцик был полу в блайнде, но успевает. Ой. Успевает он уйти с этого блайнда и в итоге оформить еще квадрокилл. Почти эйс, да. Мне кажется, он мог и пятого забрать так-то. 13-4. Очень хорошая приемка вышла от Тесика. Ну и бай от SJ Gaming. Калаши и 2 СГ. Ваша бицепс, наверное, сейчас. Nice, my friends. Let's go. Только по-польски. Да. Добрый. Он, может, еще и говорит по-английски, почему бы и нет. На двух языках. Nice точно говорят. Это у всех. Это нормально. Ну что, видим, как SJ скопились вокруг точки А. Тут же Youngsters очень сильно агрессируют под точкой Б. И, кстати, могут сейчас настичь соперников самый неприятный для тех момент. Потому что в апдауне двое, их можно забрать достаточно быстро. Но, скорее всего, пойдет Акалиши сейчас в район сотни. Ксарта ждет десанта, а Акалиши действительно продвигается все глубже. Ох, как же все это опасно выглядит. Да, но ТЦК плюс информация. Четвером Youngsters под точкой А. Ну да, Татсону ну нельзя было сейчас погибать. Пропускают все-таки в плент игроков команды SJ. И еще и Жейн погибает. А вот это уже опасно для Youngsters. Паша Бицепс. Надежда okay, на тебя. О-хо-хо-хо-хо! Здравствуйте, говорит Арвид. Паша Бицепс, как дела? И вот Youngsters окружили соперника со всех сторон. Были два игрока в тылах. Трое знали, что это Б, что это А, и принимали ее. В итоге дали один фраг, и тот чудом. Ну вот еще Тесик успел забрать джампи. На этом, в принципе, и закончилась команда Youngsters. Тесик тоже скоро закончится. Пятый для SJ. Очень нестандартный матч мы сегодня смотрим. Ну не поджали бы точку. На тот момент, конечно. Nice, my friend. Окей, my friend. Не справился чуть-чуть с управлением Паши Бицепс, с кем не бывает. Конечно, бывает всякое. Не, ну там я обычно в таких моментах приседаю. То есть если я вижу, что игрок ко мне спиной, лучше присесть. И тогда, когда он поворачивается, у тебя будет как-то все равно шансы перестрелять. Но Паша Бицепс стоял на месте, и его как-то сразу же вырубили. Да, друзья, мы сегодня с вами на 2 Best of 3. Матч SJ Gaming против Youngsters. Так, попозже поговорим. Тут Тесик забирает Седикс. И хорошее начало для Youngsters в очередной раз. И он может отдать девайс. Тому же Жейну, тому же Паше Бицепсу. Потому что, будучи красным... Хотя, ладно, все, вопросов нет. Тесик, даже будучи красным, успевает забрать еще и Ксарта. Он уже делал такое в первой половине. Почему бы не повторить во второй? Ну втроем остались SJ. Youngsters сейчас очередной форс раунд там заберут. А тут Паша Бицепс включается. Давай еще с ножа зарежь кого-нибудь. Да выходит просто в смок. Что происходит в этой игре? Харон, два фрага в ответ. Подбирает другой АК. Есть еще 12 патронов в нем, но три соперника все-таки. Хотя, с другой стороны, по 4 патрона на каждого. Но нет. Да, 14-5. Ну, Паша Бицепс отыгрался за прошлый раунд на все 100%. Согласен? На 200. Ну вот. Ты с диглом, на тебя выходит 3 чела. Твои действия. Паша Бицепс забирает двоих. И тем самым заканчиваются деньги у SJ Gaming. Вот это поворот. Да уж. Но с другой стороны, они уже брали экономический раунд. Сейчас могут... То есть команду SJ Gaming против Youngsters нельзя списывать, даже если счет будет 15-5. Они в любой момент могут вернуться. Это действительно так. Да, сделать это будет невероятно сложно. И да, им нужно будет не допускать более вообще никаких ошибок, но все же это возможно. Сейчас они впятером идут в район перемычки. А Калиша чекает соперника. Как только поймет, что здесь запахло жареным, он получит в лицо. И выход продолжается на точку Б. Татсон откидывается зажигательной гранатой. Нужно будет контролировать за вагоном. За серым пробегает Садикс, получает по голове. Татсону нужно менять позицию. Смещается за плент. Врыв не самый лучший от Тесека. Татсон также падает. В очередной раз в абсолютном большинстве остаются SJ Gaming. Так, Жейн пока что пытается что-то сделать. Здесь Паша Бицепс на дальнем расстоянии перестреливает джампи. Под упором у нас находится Харон, который, возможно, сейчас зайдет еще и в смоки. Но Жейн справляется с Хароном. Вот так вот просто? А что, так можно было забрать АК? Окей. Ну, там было у Харона всего 5 хп.
Его можно понять. Не, ну я к тому, что Жей настолько уверенно пошел забирать АК-47, когда буквально за вагоном был его соперник. Ну, типа, он думает, либо я попробую забрать калаш и потащить раунд, либо я умру просто с МП-9. Ну, в итоге он пошел сейвить. Он просто забрал калаш, никого не нашел, китов нет, времени нет. Нужно уходить. Ну, вот так вот. Шестой. Не самый лучший бай все-таки был у Жей, но справились, вышли на Б-точку, дали важные минуса и забрали себе шестой в атаке. Но все равно этого очень и очень мало. Да, но у Youngsters, так же как у соперников в прошлом раунде, закончились деньги. Вот посмотрим за их решениями, что они приобретут. Появляется дигл для Паши, решили поэкономить, оставить около 2000 на большинстве игроков. Но вот Паша 1500, там вообще 1000 у Тесака. Ну, сложно будет обороняться. С другой стороны, в этой игре нет ничего невозможного пока что. Вообще ничего. Надежда на Жена попробует он именно с АК-47 сейчас найти какой-то фраг. Желательно остальным ребятам не погибать. И Жейн вроде как смотрит мидл сейчас. Так, ну и Паша бицепс на зелени в очередной раз. На этот раз смока нет, кстати, что осложняет приемку данной позиции. Но никто не отменяет наличие пары тройки хедшотов. Паша бицепс, а вот и хедшот. Так, пошел выход по зелени. А тут Жейн в упоре, Алекс вообще выходил на контроле. Отличный хедшот, ситуация 3 в 5. И Калишус начинает поджим точки Б. Но это ничего не изменит. СДЖ должны без особых проблем брать себе седьмой раунд. Так. Но Татсон хедшот жесткий один уже поставил. Тесак начинает работать сверхниза. Вот Татсон уже не работает. В итоге Тесак красная, Калишус. Главная надежда выбить какой-то девайс и засейвить. И в принципе все. И вот интересно, Жейн выцеливает сотню, ожидая, что соперник, ну, как-то, как обычно, под флешку будет выпрыгивать или еще что-то. А чел просто выходит в контроле, и Жейн даже не успевает среагировать, потому что он... Как так-то? Да. Выходишь. Что это? Ну, вот, Тесик с P250, 1 в 4, пытается дать какие-то экзит-фраги. Понимаю, что, вероятно, ему засейвить не дадут, вероятно, его вообще бомба тут заберет. Так, пули над плечом летят. Знаешь, мне кажется, главная проблема СЖ была в защите, это то, что очень часто оставляли Седикса одного по точке Б, да. Плюс ко всему, у Седикса не получалось давать фраги. И выбирать какую-то хорошую позицию для себя. Из-за этого были очень серьезные проблемы. Причем, когда двое были на точке Б, Youngsters закономерно частенько выходили на А да, в этот момент. Да, да. И тоже к Седиксу мало претензий, потому что когда ты один принимаешь пятерых в последний момент... И... Ну, там один раунд только был, где он мог сыграть получше, как мне кажется, когда не было информации, он начал стяжку. Ну, это уже, да, это мелочи. Тем временем поджим точки Б от Youngsters на экономическом. И Харон справляется все-таки с Тециком. Воу, размен на медле, и можно пойти поставить бомбу на Б. Паша с юспом забрал двоих. Да, с подмогой тиммейтов, конечно, но все же. И вот сейчас он уходит на сейф АВП, а это дополнительные деньги, то есть, которые ему не придется тратить, которые в будущем тоже могут сыграть свою роль. Ну, Паша бицепс видно в форме. Говорит, соскучился по лан-турнирам. Да. Да и вообще, видимо, по турнирам. Ну, вот сейчас есть отличная возможность выиграть хотя бы у Жей Гейминг. И причем сейчас у Паши Бицепса вот в команде Youngsters такой период, что ну, не напряжный. У него немного матчей, в отличие от времени, когда он был в Virtus.pro. Да. Есть возможность и с семьей побыть, есть возможность и потренироваться постримить в свое удовольствие. Время, да. Постримить, да. То есть и в абсолютном комфорте он сейчас. Нет никакого давления вообще. Я думаю, что в какой-то степени Паша Бицепс этим доволен, но все равно в глубине души хочется каких-то грандиозных побед. Когда в отпуск? Киберфокус, когда у тебя следующий отпуск? Он только что вернулся с предыдущего. Меня через полгода, год. Да, ну понятно, трудяга. Я через месяцок. Так, ну что, 2 ВП в защите от Youngsters. Коэффициент до сих пор 10 на SG Gaming. Камбэк очень сложный. Ну, то есть им еще 8 раундов нужно выигрывать, ну или 7 для овертаймов. Хотя вот Джейна уже забрали, это хорошее начало, на точке А на одного игрока меньше, это всегда приятно. То есть если как-то пошуметь под Б, то можно защиту очень жестко растянуть. Так, Тесак на сверхнизе, и ХЕ получает под ноги, но остается дальше, еще начали его здесь прошивать. И Паша бицепс на зелени с АВП, причем смотрит именно на проходящих. Татсон тем временем забирает Харона, и это уже абсолютно... Ну ладно,
Все, есть минус в итоге от Садикса по Тесаку. Хотел сказать абсолютно другое положение, когда 4 в 4 остались. Но в очередной раз в большинстве SG и в очередной раз можно доиграть это до какого-нибудь хорошего результата. Хотя, с другой стороны, не стягивается под бэк, где два игрока Youngsters будет их принимать. Это будет Акалишес и Татсон с АВП. Плюс ты посмотри, Паша Бицепс идет сюда. Откуда Youngsters, что в атаке, что в защите, всегда знают, где им быть, где удерживать свое большинство. И сейчас они втроем, четверых будут принимать. Это такой грандиозный момент в этом матче. Есть минус от Татсона. Далее еще одного забрать постарается, пока пропускает Арвида. Тут же Акалишес забирает Арвида. И сверху Паша Бицепс открывается. Как же сейчас удивлены SG. Почему их здесь трое? Почему никого не было на А? Так, Джампи. Выходит у нас сразу же на точку А. Попробую затащить клатч 1 в 3. И пошел пуш. Ну и в итоге Паша Бицепс с юспа забирает Джампи. И все. Это 15 для Youngsters. Киберфокус. Как вот сейчас Youngsters, оставшись 3 в 4, укрепили именно точку Б в момент выхода туда команды SG. То же самое они делали и в атаке, каждый раз выходя на меньшинство. Они решили угадать. В итоге все получилось. Это феноменально. Это называется хороший моральный дух сейчас у ребят. И когда в таком настроении играешь, в основном все получается. Тут все более чем хорошо получается у парней. Ладно, смотрим. В 5К47 играет SG. По раскиду все более-менее. Могло быть намного хуже, если учитывать все обстоятельства, в которых сейчас находится финский коллектив. Под точкой Б в данный момент играет только лишь один Акалишес. Если вчетвером сейчас SG начнут какие-то действия предпринимать, они могут успеть точку Б занять до того, как сюда подтянется какая-либо подмога. Акалишес закрывает низ, получает смок тут же за спину, к нему перетягивается Татсон с АВП. Его также закрывает смоком, но он залезет на вагон и, в принципе, будет комфортно просматривать. Правда, в бланде останется, и Арвид не успевает его заметить. Акалишес пока не вступает в перестрелку. Садикса забрать не смог, а вот Тесака потеряла. Акалишес, открытие по Садиксу, бомба падает. И она сейчас под контролем у Татсона, может быть, Акалишес падает, но Татсон успевает забрать соперника. Еще одного фликом пытался подцепить, не удалось, 3 в 3. Так, дальше Джей начинает зиги работать, отличный хедшот по Джампи. И примерно должны догадываться по игроку на нефти. А Арвид начинает пушить, сейчас, наверное, зайдет в спину Татсону. Минус Паша Бицепс по итогу, Татсон с АВП, и вообще зарезали его. Джейн последний против двоих, на нефти остается. И понимаешь, что где-то здесь Арвид. У Арвида всего 25 хп, но Арвид, отличная работа. Трипл килл в этом раунде, 9-й за SG. И закончились деньги у Youngsters. Да, придется в очередной раз. Хотя Паша Бицепс берет АВП, у него были как раз деньги на него, у остальных же все не так хорошо. Интересно. И, ну, может, это бай в один девайс какой-то? Паша Бицепс прям сразу закупился, тиммейты что-то стояли, теперь появляются у них арморы, пистолеты, ну, два армора дополнительно к Пашиному. Ну и постарается в обороне отыграть от снайперской винтовки Ярослава. Так, пропустил он, казалось бы, Арвида, но Арвид не торопился выходить. Прокидывает тут же молик в сайт, поджигает немного Татсона. Открытие от Паши, и в очередной раз чуть-чуть там по времени не хватило. Так его еще и на зелени поджигают. Вот куда бы ни сунулся Паша, его везде отгоняют, не дают ему с ВП сыграть толком. Так, Тесак не знает, куда пока ему смотреть, но по нему вроде как Царт дал информацию. Да, точно дал, вот Пашу выключили. Там девайс еще и сложно будет подобрать. За ним, конечно, Татсон выезжает, но Тесак успевает убрать Ксарта. И это очень важно, потому что сейчас верх-низ занят им. Но вот, правда, Тесака потеряли. Но с Авиком скрылся Татсон. Он выцеливает направление зелени. И знают сейчас игроки атаки, что там Авик их ждет. И Джампи не уводит свой видоискатель с места, где Татсон вот-вот откроется. Правда, падает еще и Акалишес, и остается в сайте только Джейн. Так, 4 в 2. Но опять же, здесь SG Gaming удерживает очень хорошую паузу. Джейн справляется с Арвидом. Дальше по нему инфа есть. И справились с Джей. 10-й за ними. И сейчас будет бай. Но у Паши Бицепса как раз 2400. И, возможно, стоит ради него сделать все-таки экономический и в следующем хорошо закупиться. Может, счет позволяет? Да, судя по всему, так и будет. Просто в большинстве случаев, когда мы видим бай в один девайс, команда в следующем раунде закупается, когда один игрок просто ослаблен. У него МП-9 или пистолет, но здесь вот решили действительно действовать прям все вместе. Сейчас поэкономим, в следующем закупимся. Огромное количество взрывных гранат было закуплено. 3 из них улетело, правда, урон нанесли только Садиксу совсем чуть-чуть. Оу, минус голова Арвида. А это неплохо. Так, дальше Тецик начинает агрессировать на зелени с СЗ-шкой. Татсон под электриком и
4 игрока пока что не спешат уезжать куда-либо выходить. Контролят 2 мидл и бэдом. Есть игрок в верхнизе. Но опять же, Ксарт интересно смотрит. То есть Б вообще можно легко поджимать. Ну, Ксарта просто смотрит, чтобы не было никакого десанта. Так выжигает. Не заметил Садик за огнем своего соперника. В итоге остался на 46 хп. Джампи также немного пострадал. Тассом пытается на дистанции работать, понимая, что, возможно, лучше подойти поближе. Ну, как мы видим, Харон и к этому был готов. 2 минуса от него. Тесека также контролирует. И Тесек, ну, вот-вот тоже должен будет падать. Правда, Тесек успевает сначала в тело, потом в голову попасть. Тут же падает от Джампи. Последним остался Акалишес. А десант контролирует Ксарт. Акалишес будет ли спрыгивать? Ну, возможно, по таймингу будет пробовать. В любом случае. Или все-таки Ксарт не выдержит и чекнет вверх. Да не чекнет, нет. В этом нет смысла. Он отвечает за две позиции, поэтому оставить обе точки без присмотра каким-то агрессивным выпадом. Калишиус. Ну, у Калишиуса есть армор, он вообще может, по идее, засейвить на следующий раунд его и дигл плюс ко всему. Да, в том числе он может спрыгнуть в момент взрыва бомбы, как бы постараться воспользоваться вот этой трясучкой, чтобы забрать соперника. Ну, тоже, да, как вариант. Ну, посмотрим, как Акалишус будет справляться. А Ксарта просто забил. Ну, прыгай, что уж там. Акалишус выходит, пытается забрать Ксарта. Не удается этого сделать. Ксарта выживет. А, нет, не выживет, не успел. Уйти на достаточное расстояние. Но небольшая потеря для SG. Деньги есть, ничего страшного. А, в принципе, деньги-то для них такого колоссального значения не имеют. Они в любом случае тут играют каждый раунд как последний. 4 еще нужно выиграть финнам для того, чтобы добраться до овертаймов. АВП для Джампи, остальные с автоматическими винтовками. Также пара авиков есть и у Youngster. Скиты, правда, только у Паши Бицепса. Ну, Джампи сразу же отправляется на зелень с АВП и агрессивно начинает пикать. А здесь минус по Паше. Не ожидал такого у нас игрок команды Youngsters. Open фраг за SJ. И посмотри, всего 4 раунда остается, чтобы отыграть. Таки смогут, да, ли SJ? Я об этом еще говорил при счете 11-4, что могут. Ну, то есть у них всегда есть такая возможность. Да, там коэффициент был 10 в один момент, или там даже на протяжении нескольких раундов. Они просто очень опасный оппонент для, ну, не скажу, что прям для любой команды, но для очень многих на CSGO-сцене, поэтому стоит с ними считаться. И вот сейчас они в большинстве при счете 11-15, причем в большинстве подавляющим. Они вышли уже на точку Б, заняли ее, Джампи нет необходимости погибать, поэтому он отступает и присоединится к команде, уже, наверное, играет какую-то с душевых, контролируя спины своим тиммейтам. Бомба установлена, надо бы повыбивать игроков команды Youngsters. У них 2 АВП, еще и АУК, поэтому здесь, конечно, было бы неплохо убить кого-либо. Да, всегда можно рискнуть. Есть деньги, и есть возможность потерять там пару девайсов, абсолютно не испытывая проблем в будущем. Не сказать, что у SJ много денег в запасе тоже. Так, если проиграют раунд, то все, ГГ. Ну да. Тут вообще это значение не имеет. А там 3200 есть у Джампи и 5750 у Седикса. То есть эти два парня легко могут себе перезакупить то, что у них есть нынче. Ну вот. Не рискнули выбивать. Пускай сейвит, ничего, поиграем дальше. Хотя Джампи забрал Зейна. Что, конечно, приятно, потому что сейчас нормальный бай даже с дропами сделать не получится. Кто-то будет точно обделен девайсом. Так, ну, что у нас? Все хорошо должно быть по баю у Youngsters более-менее. Только скаут у Паши Бицепса. И посмотрим, где в очередной раз Джампи будет искать фраг с АВП. На зелени, судя по всему. В прошлый раз забрал здесь Пашу Бицепса, на этот раз у Паши только скаут. Сделать это будет, по идее, намного проще. Флешку прокинул, пускай думают, что мы тут как-то решили агрессировать, но SG прям вот так на морозе проскакивали данное направление. Паша получает молик, отступает, и в смоук идет Харон под флешку тиммейта, очень рисково решил отыгрывать, но здесь никого нет у Youngsters. Флешка прилетела, ее задолжил Харон. 100% слышали зум сейчас от Атсона, и здесь должны прокидывать смог, либо что-то еще. Да, смог. Есть фраг, и Джампи не стоит, конечно, ему здесь главное открываться. И прокидывается смог, все очень качественно, пошел выход по зелени. Жейн на зеленом может сейчас найти для себя фраг, но Харон его перестреливает. Это большинство для SJ Gaming, выход на точку, и надежда большая будет на Пашу Бицепса. Татсон дал важный фраг по Харону. 3 в 3, бомба установлена.
И Паша бицепс, какой провал! Сейчас мог спину Арвида забрать, но забрал его в лицо. Он как бы первым предупредил, что сейчас будем дуэлиться. Вторым уже уработало. Калиша забирает Ксарта, и Джампи остается на удержании бомбы 1 в 3. Позиция хорошая, крайне многообещающая. Но, с другой стороны, по нему есть инфа, и его должны будут контроль. И попадание по Паше бицепсу. Тацинг хоронит соперника, и это 16-12 в пользу Youngsters. Найс трай, SJ, неплохая попытка возвращения. Очень долгий путь им предстоял, и они практически справились. Но оставалось 3 раунда, и все-таки... Слишком поздно включились. Вот не хватило нескольких раундов в защите, тогда все было бы хорошо. Хватит ли сил на оверпасе? Ну, учитывая, что 20% винрейт... Только из-за Акаборс победили. SJ. Это, на самом деле, звоночек очень серьезный. Поэтому с такой моралью Youngsters смогут выиграть. Да, конечно, будем рассчитывать в первую очередь на красивую игру. Во второй половине была игра действительно красивой. В первой как-то я был очень озадачен происходящим. Но вот, надеюсь, Overpass нам подарит много красивых моментов. Вы же, друзья, не забывайте, что на сайте Lotbet есть ладдер, на котором еженедельно вы получаете крутые скины. Чем круче коэффициенты вы ловите, тем больше у вас ММР. Чем больше у вас ММР, тем круче скины забираете. Все очень просто, друзья. Мы вернемся с Overpass уже через несколько минут. Никуда не уходите. Live betting.